Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается зеленый ад, 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Мы продолжаем, друзья, выживать, мы сегодня идем в джунгли, и сегодня покажем туземцам, кто чего стоит. Ну что, бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки, и наше выживание продолжается. Так, мне нужно сделать запасы, чтобы пойти в джунгли, нужно сделать стрелы. Достаточное количество. Я вижу, у меня практически сломался лук. Мне нужно взять много мяса. Бананы мы найдем в джунглях. Так, мясо мы забираем с собой. Это мясо заберу с собой. Тут у нас кокос и все. Пускай валяется кокос. Вода у нас уже есть. Камни все мы выбросим. Они не нужны. Абсолютно не нужны. Какая-то трава сухая тоже не нужна. Курить бамбук я здесь не буду. Я буду только выживать. 30 килограмм мяса нахватали много, бананчики у нас есть свежие. Все офигенно, нужно сделать стрелы, а нужно просто выпить чуть воды. И еще воды. Достаточно. Найти шишек и, в принципе, съесть пару бананчиков. Все, подняли, нужно сделать стрелы. Стрелы будем какие делать, кстати? Стрелы. Ну, обычные стрелы сделаем. Не будем делать железные. Это слишком долго и невозможно именно тут-то. Я хочу спать. Пойдем на ту сторону. Там поспим и будем потом уже, наверное, на закате делать стрелы. Штук 10 надо точно. 11 сделаем. Чтоб, знаешь, нечетное количество. Так, падает, вижу, кокосики. Здорово, конечно. Можно забрать. Кстати. О, кокосик. Ой, пираньи, смотри, какие пирушки. Прикольные. Так, у меня сломался лук практически. Мне нужен туземный лук новый. Ну как новый? Не с магазина, конечно же, но хотя бы, чтобы был сколько процентов? 90, 36, 22 удочки. Вот удочка мне сейчас вообще не нужна. Мне нужно еще взять с собой копье. Желательно туземное копье. Но я хочу спать. Сейчас поспим и уже разберемся, что будем брать, что куда. Эти грибочки мы заберем с собой. У меня много перьев есть. Мне нужны палочки. Нет, есть палки. И сделаем, конечно же, себе стрелы. Они нужны будут. Будет ночь, будем делать стрелы. Возьмем второе копье и уже на рассвете следующего дня можно отправляться в джунгли. Куда пойдем, в какую сторону? Кстати, броненосец. Он нужен мне. Где-то он шуршит. Мне нужно сделать броник на левую ногу. Я пока не вижу его. Черт. Вон, вижу его. Спиной стоит или передом, я точно не вижу. Но я стрельну в него. Ай, убегает. Мы за ним, он сдохнет. Куда далеко убегаешь там?
Копье, копье, будем добивать его. Где он? С какой стороны он пробежал? Обалдеть, кости, кости. Копье. Походу пробежал и походу убежал. Черт возьми, слушай, как неудачно-то. Как неудачно-то. Там была хорошая стрельба. Так, пиявка появилась. Реально, что ли, выжил? А я хотел кидать в него копье. Слушай, мне кажется, он сдох. Он довольно далеко пробежал. О, стрела. Так, у меня всего лишь две стрелы. А, погоди, погоди, реально три стрелы у меня. Это очень мало. Так, есть копье, наверное, на той стороне. Туземное копье. Он пробежал сюда и, возможно, побежал туда. Он точно должен сдохнуть. Но в каких кустах он валяется? Одни мухи знают. Так, гнездо мы заберем. Так, походу я уже пошел в джунгли. Конечно, опасно. Это джунгли Амазонии. Здесь всегда опасно. Крабик, крабик. Обалдеть, реально, я ухожу, друзья. Я реально ухожу уже из дома. Ну, не беда, в принципе, знаешь. Есть вода, есть мясо. Бананы мы найдем, шишки мы найдем. Все нормально. Энергия у нас. Да где пиявка? Погоди, где пиявка? Я не вижу пиявку. Мне нужен был броник. Слушай, я не вижу пиявку. А, вон, в самом низу. Так, броник я делал. Броник я делал. Вау, 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 туземцы! Смотри, туземцы! Огонь! Промахнулся. Огонь, огонь, огонь! Огонь по ним! На тебе, сдохни, туземец! На еще одну стрелу, он сдох! Он сдох! На, держи! Хэдшот! Бери копье другое. Минус два туземца. Браво, друзья, аплодисменты не нужны. Смотри, как красиво сделал. Да? Смотри, хэдшот, смотри, как пробил. Прям в горло. Два туземца было, офигеть. Обалдеть. Костя, Костя. Можно сделать, кстати, броник, а из костей. Нужно лист, бананы и все, и кости. Слушай, ну красиво я пробил. Прям наш. Здесь хэдшот, смотри, какой. Прям меж глаз. Меж глаз. Кстати, он бывает две стрелы, а кажется, пролетели мимо него. Ну слушай, они есть! Они реально есть! Я так думаю, реально их уже нету. Можно просто было выйти из дома, из зоны комфорта и встретить их. Что мы и сделали. Буквально отошли чуть-чуть, а мы их встретили. Так, мясо выкидываем, это мясо мне не надо. Слушай, но я ни разу не пробовал человеческое мясо посушить. А давай-ка попробуем реально. Давай-ка заберем это мясо. Я попробую его посушить. У нас, в принципе, есть свободное местечко на сушилке. А сейчас мы бегаем обратно. Тебе можно тоже, по идее, разделать, чтобы кости остались на земле навсегда. Или тебя не разделаешь, и ты просто исчезнешь с костями. Вот, вот, пошло дело. Так, мясо выкидываем. 4 куска мяса выбросили. Чтобы гораздо легче быть. Все, у нас есть перья, можно сделать стрелы. Так, пойдем обратно. Правда, тяжело. Но я попробую посушить мясо человеческое и все-таки его потом съесть. Так, сделаем стрелы. Ну, прикольно получилось. Вышли все-таки мы в джунгли и все-таки встретили туземцев, как я и хотел. Вот понимаю, сражение достойно, видишь-ка. Но меня даже ни разу и не ударили. Один был с копьем, другой даже не понял. А, кстати, а где их не оружие? А, ну одно копье, а у второго я что-то и так и не понял. Кажется, был ножик. Но не беда. Разобрались с ними. У нас оружие. Какое у нас оружие? Два копья и ок. Все нормально. Стрелы у нас сколько штук? А стрел у нас и нету. Смотри, как чудесно, да? Ну погоди, я вроде стрелу одну забирал. Ой, лягушки прыгают. Ну хорошо, нет и нет стрел. Мы сделаем стрел. Все стрелы раскидал, железные стрелы все раскидал. Мне кажется, неважно, какие стрелы. Чистая водичка, выпьем. А железные стрелы... О, броненосец. Точно. Панцирь броненосца. Так, не берется.
Идем на ту сторону. Я хочу мясо человеческое положить на сушилку, пускай она посушится. И потом его пробовать съесть. Не знаю, что получится. Я рискованный парень, я ем скорпионов, а я, видишь, как рискую. Бамбуковая удочка мне не нужна. А кидаем мясо, потом возвращаемся сюда на берег и будем, наверное, делать стрелы. Да, стрелы. Потом мы поспим до утра. Сколько, кстати, времени сейчас? 3 ночи. Ну, поспим, наверное, до обеда. И можно пойти снова в джунгли. Так, у меня и так много мяса. У меня мясо сушеное, мясо человеческое. Поэтому нам тяжело так ходит. Лягушки квакают, прыгают. Так, мясо на сушилку, на свободное. О, пускай на нижнюю полку как раз у нас здесь будет мясо. Нет, не то мясо. Человеческое мясо нам сюда. Потом проверим, насколько оно будет съедобно. Как раз я еще вернусь сюда. Я с собой взял 2 куска мяса. Ах, не 2 куска, у меня сколько? 3 куска мяса. 3 куска, нормально, достаточно. Так, выбрасываем все косточки. Можно сделать броник на ногу себе. Так, лист банана где-то тут, я помню, был. Вот, лист банана есть. Вот косточки, сейчас мы сделаем себе броник на ногу. Так, изготовить. 2 и, кажется, 1 веревка. Нет, 2 веревки. Еще 1 кость. О, броник из костей. Все. А левую ногу нужно защитить теперь. Так, все правильно, смотрим. А левая нога, как раз броник уже 15%, и меняем броник на железный. На костяной 91%. Чудесно. Офигенно. Так, ну что, хочется спать. А, перья. Перья у нас есть, нужны мелкие палочки. Они есть, добыть еще больше. Туземцы, я вас ждал. Я вас дождался. Я пойду вас снова истреблять. А у нас 83-й день. Ночь происходит. И, конечно же, будем делать сейчас стрелы. Давай-ка изготовить. Что там? Палочка, 2 перышка и стрела готова. Все элементарно и просто. Пойдем на тот берег. Там как раз будет кроватка, потому что уже энергии мало и хочется спать. Будем делать стрелы. А до последнего так съесть. Давненько я, кстати, не ел. Кушать, кушать, кушать хочется всегда. А 5 утра практически. Да и пить хочется. О, опять кокос упал. Кокосы будем собирать, знаешь, чтобы было много-много тут кокосов. У нас целых 2 лагеря. На первой локации и на второй. Видишь, какая база у нас. На той стороне и на этой стороне. Обалдеть, да? Ну, конечно, срач полнейший. Так, у нас рассвет, как вижу. Но будем делать сейчас стрелы. Штук 10 точно надо. Там было всего лишь 2 туземца, понимаешь? Если было 4, то, конечно, было сложнее бы. Один ко мне уже пытался подходить. Второй получил хедшот. Ну и, конечно же, и первый получил хедшот. Так, первых у меня еще 7 штук. Это пока достаточно. Так, какая стрела уже? 4-я? Да, 4-я. Все, перья закончились. Так, наберем перьюшку. Погоди, 8-й, 9-й. У меня перьев-то есть. А, 9 уже. Сейчас выспимся, накушаемся и пойдем снова в джунгли. Искать тех самых туземцев. Искать приключения на свою задницу. Мы найдем все-таки. Реальные опасные приключения. Прям как Индиана Джонс. Так, сколько у меня 6 стрел. Так, еще берем перышки. Нужно еще добыть мелких палочек. Сейчас мы добудем. Тихое, спокойное утро. Так, добыть. Спать хочется. Сейчас сделаем еще 4 стрелы. Сделаем и спать будем. Так, изготовить. А уже утром будем есть, а будем просыпаться, пить кофе и отправляться. Неважно, будет ночь, утро или что у нас будет, неважно какое время суток, мы пойдем в джунгли. Как видишь, ночью тоже видно туземцев. Довольно неплохо видно. И дали бой неплохой. Ну хорошо, хватит уже про этот бой. Ну я просто соскучился по ним, понимаете, друзья? Соскучился. Слушай, у меня написано 6 перьев, а почему-то всего лишь 2 перышка. 7 перьев. А где эти перья-то, не понимаю.
Так, все, последнее, четвертое. И спать. Сколько? 11? 10. Спать. Энергии не хватает. И уже палочки закончились. И, друзья, идем-ка сейчас мы в джунгли. Я чертовски голодный. Я злой. Но я пойду их убивать. О, сам проснулся, что ли? Комфортный сон, все прекрасно, все офигенно. Так, ну что у нас? 10 стрел я хотел сделать, 11. Заберем 2 перышка. Почему он пишет, у меня 6? Где у меня еще перья? Я не понимаю. Ну ладно, не беда. Вода у нас есть чистая. Сейчас напьемся здесь воды. Полностью напьемся. Вдоволь, вдоволь, вдоволь. Скушаем это. Заберем один грибок с собой на всякий случай. Так, что у нас? Что я еще хочу? Бананы, мясо я хочу съесть. Один кусок мяса был достаточно. Так, мне нужны шишки. Мне нужны бананы еще. Напиваемся воды здесь. Все, напился, кажется, вдоволь. Да, напились. Обалденно, все. Кстати. Из кокосов можно? Зачем бананы? А, бананы были наверху. Пойдем-ка наверх. Я помню, где были бананы. Вот они, бананчики. Да, их завезли. И нужно только прыгать, добывать. Вот таким макаром. Так, добыли. Идем туда же теперь, друзья. Да, идем туда же, где были два туземца. Там, кстати, у нас, да, тропа туземца, походу, проходит. Так, сейчас я хочу убрать пиявку. Я готов к бою. Дожик нас помоет. Мы как будем Рэмбо, первая кровь. Весь в грязи. Ну, пиявку, уйди от меня. О, ну что, я готов. Смотри, наелся, напился. Нужно мне 2 шишки и все, я готов реально сражаться. Либо съесть кусок мяса. Она жирное мясо. Так, у нас получается 1 копье, 2 у нас стрелы. И 3 у нас. 4 удочка. Нет, удочки у нас нету. Удочка мне не нужна. Ну, туземцы, держитесь, я вас сейчас найду. Мне нужно племя из 5 туземцев. Я хочу такое племя уничтожить. Мне кажется, больше 4 не будет. Ну что? Ночью они бывают, утром тоже они бывают. Главное, знаешь, держать блок. Понимаешь, когда идешь... Воу, сколько глаз тут бегают. Мясо человеческое. Сырое. Есть не буду. А то опять же блевану. Кто там плавает? Пиранюшка? Какая быстрая рыбка здесь. Можно порыбачить, что ли? О, мои стрелы, кстати. Куда-то в правую сторону улетело. Как я стрелял-то? О, еще стрелы. Как раз железные стрелы. Эх, обалденно. Где вы, ребятишки? Где вы, на деревьях сидите? Так, мясо есть, мясо я не буду трогать. У меня мясо есть. Так, куда мы идем? Мы идем просто в джунгли искать туземцев. Вот так, друзья, у нас план. Какое-то рычание было? Нет? Слушай, реально? Держим, не боимся мы никого. Я слышу какое-то рычание. Но здесь, по идее, дикого животного не должно быть. Вот она! Бросай! На тебе прям в кусты! Второй копьем! Стрелу! Я не понял. Там был леопард. Три. Где мое копье еще? Там был леопард. Он сдох? Кис, ты где? О! Егор! Он сдох. Смотри, какой я охотник на ягуаров. Прям в кустах сидит. Видишь? Да погоди, ты не видишь. Давай, сейчас почищу. Сейчас покажу. Вот ягуар, смотри. Смотри, как между глаз. Как он прошел. Смотри, как пью прошел. Мясо. Сейчас мы раздеваем. Будет косточки, будет мясо. Куда потащил его? Оставь киску здесь. Киску оставь здесь. Да куда ты потащил эту киску? Забирай копье. Здесь ягуар, ну, в принципе, возможно, кстати. Листья выбросим. 31 килограмм мяса заберем с собой. Но неплохо, но темнеет, понимаешь?
Я знаю, куда мы сейчас пойдем. Мы пойдем в пещеру, где находится... грибочек заберем. Где находится нос... Хвост самолета. Я хочу шишки, кстати. Во, шишки упали, видимо. Съесть. О, подняли. Где находится нос самолета? Если знаешь эту пещерку, ставь плюс. Комментарий. Так, еще шишки? Да-да, я, кстати, хочу много шишек таких. О, нормально, ел сам. Вода у нас есть, это здорово. Надо было взять чашку для воды. Потому что пойдет дождик, можно кинуть чашку, либо черепашку. Блин, джунгли одинаковые. О, тропа. Это здорово. Там есть кровать, там могу и переспать, и можно офигенно там пожить. Так, ко мне, такая тропа ведет. Я маленько заблудился, понимаешь? Давно я не путешествовал в джунглях Амазоне и заблудился. Здесь можно просто ходить кругами, потому что здесь все одинаково. Куда сейчас я иду, я не знаю. О, пришел куда? Водопад, какая красота. Куда я пришел, я без понятия. Но я пойду, наверное, пойдем в ту сторону. Мне нужно держаться, по идее, знаешь, каких координатов. О, там север. А, получается, мне нужно где-то вон там держаться. Кто ударил? Кто укусил? Ой, яд у меня. Я ж пугался. Погоди, без паники. Я живой еще. Меня, походу, змея укусила. Ой. Все нормально. Два раза укусила, что ли, змея? Ой, у меня яд. Погоди, у меня больше нет перевязки. А кто меня укусил? Я так и не понял. А, я понял, где я нахожусь. Я пошел совершенно в другую сторону, друзья. Я нахожусь в райском месте сейчас. То есть, это не райское место, а это на пути в райское место. Кто меня укусил, я так и не понял, но у меня яд. Вот, змея. Где-то была змеюка. Обалдеть. Вот это я попал. Слушай, у меня реально проблема. У меня больше нет табака. Рану одну я... вторую. На руке. Наверное, пройдет. Пройдет. Но падает очень быстро. Так, и я хочу, наверное, пить. Пить хочу, да? Пить хочет? Пока без паники. Пока без паники, нужно выпить. Двигаемся медленно, аккуратно. Ух, я спать хочу. Понимаешь? Все, нормально. Я вышел. Сейчас мы идем, наверное, к туземцам идем. Племя туземцев. Аккуратно идем, стемнело. Я не вижу змеюк, я даже не понимаю, где я нахожусь. Обалденно, но я на позитиве. Смотри, как я на позитиве. Здесь какой-то обрыв. Там какой-то обрыв. Я хожу кругами здесь, я не понимаю, где. Тут главное помолчать и прислушаться, потому что змеи. Ну понятно, я спать буду на земле. Это походу понятно, да? Это и... Ой, нет, я понял, где я вернулся. Я вернулся домой. То есть я сделал круг и вернулся домой. Да я не успею до кровати. Я понял, где нахожусь. Эх, балдеть. Я реально прошел кругами, и я хотел пойти совершенно в другую сторону. Я обошел скалу и вернулся снова себе на пристань. Прям по курсу моя пристань. Вон мой дом. Смотри, как обалдеть. В джунгли Амазонии все одинаково. И ты... ходишь по кругу. Если ты был в джунглях Амазонии, ты понимаешь, о чем я говорю. Потому что я там был. Так, у нас температура, но это не беда. Она пройдет скоро. Так, я вернулся домой. Обалденно. Пошел в пещеру, где находится нос самолета. Обошел скалу и вернулся обратно. Вот такие помидоры. Так, ну что, пришел с температурой, кто-то меня укусил прям в воде, я даже и не понял кто, наверное, змеюка, я даже и не бегал. Ну, спать будем, что же делать-то? Нужно поспать, набраться сил, температура пройдет и все будет чудесно. В 5 утра просыпаемся, идем снова в джунгли Амазонии.
Вот такой я боевой товарищ. Видите, друзья? Ищем туземцев, ищем приключения на свою задницу. По полной программе я пить хочу. Вот проблемка, да? А, пить. Чистая вода. Здесь много чашек, здесь я напьюсь без проблем. А на той стороне у нас большая чашка. Так, кокос. Кокос выбрось. Так, мясо сушеное у нас сколько дней? 3 дня. Так, осталось 2 куска мяса и 2 куска у нас есть. То есть пойдем выкинем на сушилку и заберем 2 куска мяса с собой. А человеческое мясо еще не приготовилось, наверное. Так, у меня, походу, пиявка снова появилась. Но мы обязательно попробуем человеческое мясо. Да-да, друзья, обязательно попробуем. Так, мясо ягуара. Как мы дали хедшот ему, а? Красота, да? Так, это мясо я заберу. Так, и все, да? Так, хорошо. Я хочу бананы, хочу шишки. Так, съесть, съесть. Слушай, пойдем сейчас в племя туземцев. Только я вспомню, где это племя находится. Да хотя я помню. Все. Сам большой племя туземцев. И как раз там будет райское место. Даже знаешь, возможно, мы чуть позже вернемся сюда. Ну, не знаю, насколько позже. Посмотрим, как дело пойдет. Как будет писать комментарий, куда мне идти, что мне делать. Пишите, друзья, и, конечно, я прислушаюсь. Так, чистая вода, напиваемся, напиваемся и уходим отсюда прямиком прямо. А, шишек я хочу. Так, идем просто на восток. На восток мы пойдем и встретим туземцев. На восток мы пойдем и встретим приключения. Спать не хочу, все офигенно, с утра пораньше я готов снова сражаться, убивать и выживать. У нас 84-й день выживания, смотри. Близится 90-й день. Я показываю неплохие показатели, понимаешь? А, ягуара с одного закидона. Прям в кусты. Ну, чисто, наверное, случайно. Туземцы раскидал 2 только так. Ну, стрелы маленько в правую сторону улетели. Наверное, надо было сделать поправочку на ветер. Но так все офигенно получилось, да? Смотри, грибочки есть. Брать нужно грибочки. Но я уже реально мастерски выживаю. Смотри, уже природа меня не убивает. Бывает температура, бывает заражение. Бывает всякие глисты подкожные. Но я сражаюсь достойно с этим всем. Так, это я хочу забрать, то есть сразу съесть 1 кук. Остальное я заберу. Грибочки мы тоже заберем. Можно, в принципе, и съесть. Что я хочу? Хочу, не хочу. Да ни черта я не хочу, я хочу 2 шишки и все. Так, идем просто туда, прямо. Джунгли Амазонии самые опасные в мире, друзья. А через... Кто там снова зарычал? Бегать не нужно здесь, нужно прислушаться. А, пауки самые опасные здесь, их не видно. Но они находятся возле бананов. Так, должна быть скала слева, должна быть скала справа. Вон там, прям по курсу, должна быть скала. Я по скалам ориентируюсь, потому что по-другому здесь никак. Здесь все одинаково. Камни, деревья, папоротники, все здесь одинаково. Только по большим скалам, где можно упереться. А вот так я ориентируюсь в этой игре. Вон скала, вдоль скалы мы идем и входим в пещеру. Там мы разберемся уже, куда идти дальше. На дикие. Здесь бывают ягуары, кстати. Когда услышал рычание, то следует остановиться, потому что все-таки ягуары, дикие кошки, они все-таки охраняют свою территорию, как настоящие охотники. Вот скала, идем вдоль скалы. Видишь, все элементарно и просто, главное сосредоточиться. Заберем попугайчика, научим говорить. Его мы научим говорить. Так, идем вдоль скалы. Вдоль скалы мы идем. Только аккуратно смотреть нужно змей. О, кокос упал, увидел за 50 метров. Прям как снайпер.
Кокосы, кокосы. Так, кокосики мы заберем. Давай просто заберем его. Смотрим змеюк. Поднимаемся наверх. И тут должен быть проход в пещеру. Только смотрим змей. Это не змеюка. А, это паук. Вот, видишь, какой паучок. Чок-чок. Так, шишки, я видел, упали. Да-да, ты меня обманешь, я все замечаю. Так, должна пещера быть. Дай мне веревок, кстати. Сколько у нас веревок? Одна веревка. Дело плохи. Мне нужно больше веревок. Пригодится веревка. Обязательно. Где пещера? Я иду вдоль скалы, пока пещеры я не вижу. Вон, кажется, пещера. Вход в пещерку. Пока никого не вижу. Паучки ползают. Так, поднялся и наверх. А где вход в пещеру? Я прошел, что ли, нет? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, змеюка. Видишь, змеюка. Найте, змеюка. Забирай змеюку. Ну, давай-ка. О, чудесно. Где вход в пещеру? Прошел я или не прошел? Нужно просто идти вдоль скалы, и мы упремся. Вот проход в пещеру. Пойдем в пещеру теперь. Там бывают скорпионы. Да, опасности всегда есть. Везде они есть. Смотрим аккуратно. О, кирка. Это мои рук дело. Добывал я железную руду. Но она мне больше не нужна. Мы сейчас просто выживаем. А, как говорится, оставшиеся дни. 16 дней осталось нам прожить. И можно сказать, я мастер выживания. Так, неизвестная трава, можно изготовить из нее. Да ни черта нельзя изготовить. Это я, походу, выбросил. Больше некому выбрасывать. Так, можно прибавить скорость здесь. Прошелся я так, и как я вернулся, я не понял. По кругу, что ли? О, выход. Погоди, тот самый выход или нет? А нет, другой выход. Так, вышли из пещеры. Теперь по правую сторону держимся скалы. Да, вот это был другой стороны. Тотем. Тут есть тропа. Держимся по правую сторону. Сколько, кстати, времени? О, 9 утра! Я уже прошел полкарты. 9 утра, обалдеть. Энергия есть. Нормально. Сражаться я смогу, тоже нормально. Как нормально? Все офигенно. Много энергии. Два копья есть. Стрелы есть. 30% у нас по ухам. Все нормально. Тут свежее копье. Тут свежее копье. О-о-о-о-о-о. Живой пока. Пока живой. Так, заберем веревки. Они пригодятся. Всегда. Они много не вешают. Сейчас мы идем в племя аборигенов. Сам большой племя абориген, но там они бывают, ну, редко. Давненько не встречал туземцев, которые, знаешь, сидят и поют. Есть такие. Так, бананы. О, 4 банана. А чё уметь? Во-во-во, смотри, сколько бананов. Погоди, много есть не будем бананов, они пригодятся. А, пускай лучше испортятся. Чем будет. О, погоди, тут еще есть у нас. Смотри, сколько здесь еды-то. Еды сколько? Я все не съем. И поделиться не с кем. Где она? Вот. Идем вдоль скалы дальше. Надеюсь, я правильно иду. Как не изменяет мне память, все правильно иду. Там далеко нужно идти. Тут проход какой-то, да. А я иду дальше вдоль скалы. Кстати, там табачок есть. А вот табачок мне нужен. У меня как раз закончился. От змеюки, понимаешь? Мне нужен табак. А, там неизвестная трава бывает. Табак, походу. Да, там был табачок. Изготовить. Перевязку нужно сделать. А, с хвостом. Ну, кажется, тоже против. Все, что ли? Одна повязка? Ну, хотя бы что-то. Так, у меня появилась пиявка. Нужно это убрать. О, здесь водичка, что ли? А, пиявка. Так, броник пока все нормально. Вот она присосалась. Две штучки. Близняшки. Так, идем дальше. У нас, наверное, уже 11 утра. Да, практически 11 утра. Я все иду вдоль скалы.
пока не могу дойти. Но мне кажется, я уже дохожу. Вон уже что-то виднеется из построек туземцев. И, друзья, покажу вам сейчас это райское место. Где не находится нету ни ягуаров, ни диких кошек, никого, ни туземцев. Здесь у нас... Во! Ты слышишь, что это, друг мой? Это туземцы сидят! Смотри, давай на этой ноте мы сейчас закончим ролик и уже продолжим в новых сериях по зеленому аду. Продолжай смотреть, спасибо, что смотрел до конца, поставь лайкосик, подписончик и, конечно, увидимся в новых сериях по зеленому аду. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.